Привет, народ! Подписывайтесь, и мы должны обучить оболтусов, как нормально колдовать. Expecto Patronum! Так, просто двигать. Вот так надо колдовать, ребятки. Мышью водить. То есть, если у вас, ну, в реальной жизни паузы. Это Амбридж! Как она нас нашла? Колдовать. Неважно! Бежим! Гори! Чего ты ждешь? Беги! Попался, Поттер! Я тоже, блин, меня нашли. Ступивай! Ступини! Подожди, меня валят! Валят, пацана! Ваня, давай поднимайся. Игорь Потный, давай, я знаю, ты можешь. Не. Это он, не он! Молодец, Драко! Молодец! 50 очков Слизерину! Я заберу его отсюда! Черт, ее купили! Шоу купили, Гарри, все продажи. Мне очень жаль! Что ж, игра окончена. Вы хотите получить письменное признание? Профессор, нет! Не кричи, Гарри! Я приказал ему создать эту организацию, и за все, что связано с ней, отвечаю я. Но, боюсь, я вовсе не собираюсь идти с вами по-хорошему. А дальше побег из Азкабана. В общем, все летит в тартарары. В общем, дела становятся хуже и хуже. Гарри! Что такое? Они пришли за Хагридом. Волшебники из Министерства и Амбридж. Что? С ним все в порядке? Хагрид сбежал, но профессор МакГонагал помогала ему. Она ранена. Мы должны что-то сделать. Надо сходить в хижину у Хагрида. Вдруг там остались доказательства того, что он помогал Дамблдору с великанами. Ну что же, идем. Ладно, я думаю, нам мы без карты дойдем до хижины. Черт, нет, я не дойду до хижины. Дойду кабинет до хижины. Тут. Да. Что же ломает голову? Тут все по алфавиту. Хижина Хагрида, идем туда. В принципе, я бы и так нашел, но сами понимаете, мутор. Именно Слизерин — это детский сад с очень злыми детьми. Очень-очень злыми. Мне жаль Джоу. Ну да. Джоу не виновата. Они применили Веритасерум. Сыворотку правды. Нет, она-то не виновата. Как по-твоему, куда ушел Дамблдор? Не знаю, теперь он занимается делами Ордена. Куда он ушел? Да, надо туда ушел. Он же теперь преступник, черт возьми. Все уходит в подполье. Все и вся, и все, и... Вы поняли. Я рад, что распределяющая шляпа направила меня в Слизерин. Да вот, нужно пойти в хижину Хагрида. Да и мы идем туда. Подожди, дорога-то не близкая, сама понимаешь. Гаргулью мы нашли, кстати, тут.
Да, кстати, во всех играх двор был один. Так в этой игре дворов два. Вот есть тот закрытый двор и, так сказать, двор, который ведет уже, ну, во внешние земли, что ли, скажем так. И есть часовня. Раньше ее не было. То есть раньше, я бы сказал, было почти все то же самое, просто немножко урезано. В принципе, много из этого было уже и в Кубке Огня. Могло бы быть, если бы Кубок Огня имел бы открытый мир. Ну и последние две игры, да, Дары Смерти, там первая и вторая часть, они тоже не были с открытым миром, они были линейными. Абсолютно, ну, по крайней мере, первые Дары Смерти, я помню, являются абсолютно линейной игрой, которой мы просто следуем маршруту. Ну, то она и линейная. Но она, правда, ничего, графически неплоха, да и геймплей. А я думаю, идем к Хагриду. Единственное, что однообразен. Это единственный минус геймплея Даров Смерти, он однообразен. Просто устаешь. О, блин, кто-то жжет его дом. Пожарно, кто-нибудь вызовет слизеринца. Девять-один-один, кто-нибудь, позвоните. Горит дом. Единственное, что меня удивляет, даже вот ни в одном фильме не появилась технология. То есть, знаете, ни в одном фильме про Гарри Поттера нет смартфона или вот даже мобильного телефона, в принципе. Что так долго добирался, Поттер? Что ты будешь делать без ручного учителя, Поттер? Что ты тут делаешь, Малфой? Пришел на праздник, как и ты, Поттер. Ты упустил слово Поттер уже трижды. Всем нам известно, что он был паршивым учителем. Но наконец-то это осознали и в министерстве. Малфой, придержи язык. Конечно же, министерству пришлось прислать в помощь профессору Амбридж пару волшебников. Этот полувеликан слишком туп, чтобы сообразить. Пора паковать вещички. Ну все, Малфой. Рон, не надо! Быстрее! Надо ему помочь! Да, все, давайте ему помогать. Кстати, если бы мы прокачивались, то у нас бы были заклинания сильнее. Неплохо. Подожди, меня завалили. Валят. Короче. Протегу! Остолбени! Леви корпус! Возьми, может, да, я думаю, это очень, не знаю, слабое, что ли, падает сильно. Возьми, меня валят постоянно. Может, стоило сейчас просто прокачать. Я тебе покажу! Прекрати! Остолбенеть! Получи! Остолбенеть! Смотри, что сэмпро. Все, мы весь народ побили. Что, Поттер? Думаешь, самый умный? Времена изменились. Теперь и МакГонагал тут нет. Потому что она у Святого Мунга. Там же, где и все чокнутые. Сначала Дамблдор, теперь Хагрид и профессор МакГонагал. Что нам делать? Что-то однозначно надо. Мы должны помешать Амбридж. Найдем остальных. Пора показать Амбридж, кто настоящий хозяин Хогвартса. Мне нравится эта идея. Где их искать? А, то есть мы должны поделать все то же самое, только уже без... Так. Я просто думаю, по-моему, так. Ладно, идем сюда. В принципе, недалеко. То есть теперь мы должны напакостить. В принципе, вот так все просто. Пакости, и тебе дадут конфетки.
вот до чего мы дошли. Томас собирали отряд, теперь мы должны покусить. Нет, в принципе, эта игра немножко скучна. Мне просто скучно в нее играть. Я не получаю никакого удовольствия. Раз начал, надо пройти, потому что я, в принципе, если только нет как, на это какой-то особой, очень особой причины, игры на полпути не бросаю. Особая причина — это не могу играть, потому что есть какой-то баг, который обойти просто невозможно. Просто бывает такое. Редко, но бывает. Потому что какие еще бывают причины? Вообще нереальное место для прохождения, то есть пройти просто невозможно. Эй, Гарри! Такое тоже бывает, знаете, что пройти просто невозможно, и я от этого бросаю некоторые игры, но очень редко. Ладно, давай, что у тебя получится? Близнецы Уизли оставили записку. Да, и что в ней? Они спрятали во дворе портативные болота. Хотят, чтобы мы их установили, вот одно из них. Нужно только перенести его на середину двора. Идем за болотом. Где болото? А, здесь, понятно. А, я видел уже крестик в середине двора. Вот там. Портативное болото сейчас сделаем. Без проблем, без проблем. Я делать болото я умею и в комнате у себя делать. Так. Нужна лавочка, наверное, или что-то. В общем, нужно почему-то залезть. Я думаю. Я думаю, магией мы ничего не сделаем. Так. Заткнись. Это кому ты Вингардиум сказал? Вингардиум Левиоса. Ощущение, что ему не нравится мой комментарий. Так, хорошо. Ну, так, посмотрим двор. Где здесь можно лазить? Наверное. Нет, не здесь. Чё-то возьми, где здесь может влезть? Мне просто интересно. Никогда не задумывался о том, что я могу тут где-то влезть. Честно говоря. Помню, что где-то скамейку надо подставить. Вот. Зачем-то ведь Фред и Джордж оставили здесь эту метку? А, чего? Слишком много задали надо. Это кошмар какой-то. Сейчас мы для начала тут все соберем. Репар! Раз, птичка стала на место. Два, птичка встала на место. Давайте просто починим, посмотрим, что будет. Пойдем уже. И стало на место. Так, хорошо, сила заклинания возросла. Спасибо, мне не интересно. Все, фонтан работает. Ну как работает? По крайней мере, это больше не похоже на развалины. Не полностью отрублено. Кровавый барон? Это тот, что вечно ранил меня? Ну, говно. Вингардиум Левиоса! Левиоса! Так, народ, вы идите, я тут занимаюсь операциями. Я тут имущество буду портить, а вы мне лезете. Подожди, я вот реально я не знаю, где здесь можно залезть. Да, тут я сконфужен. А! Спасибо. Оказывается, ларчик открывался очень просто. Сейчас посмотрим. Я даже не видел этого крестика. Я видел большой крест в центре, потому что не увидеть его... Невозможно. Теперь можно залезть на крышу. А, кстати, зачем? Чтобы попасть к болоту. Болото на крыше? Портативное болото Фреда и Джорджа. А, хорошо. Здорово. Да, Рон, ты уже все забыл? Гарри, ты умный и смелый. А теперь что делать? Здесь в крыше пролом. Нужно ее починить, тогда я смогу перебраться на ту сторону. Ривару! Наконец-то практика! Наконец-то практика. Должно быть ящик с болотом в этой башне. Пойдем.
Надо разбить, я думаю. Нужно применить редукто на камне башни, и мы сможем добраться до ящика с болота. Фред и Джордж просили поместить болото в центре двора. Значит, нужно спуститься. Сначала я его сброшу. Осторожней! Нужно перенести ящик в центр двора. Думаю, ящик с болотом должен стоять на крестике. Спасибо, все мои любимые, все мною горячо любимые кэпы. Я это все понял. Я вот единственный маленький крестик найти не мог. Это была единственная моя проблема. Готово! Теперь надо отойти подальше и открыть ящик с помощью редукта или инсендио. Давайте поставим ящик на крестик. Все, давай, расти болото. Да уж, Фред и Джордж знают свое дело. Говорят, они в других дворах спрятали эти ящики. Нужно найти их и установить. Угу. Посижу тут и подожду болотных фонариков. Да, давайте посмотрим, где еще это можно сделать. Женни Уизли. Дин Томас и часовая башня. Я думаю, это то, что нам нужно. А, черт, вот сюда вели сюда. Ну, я думаю, Амбридж не очень понравится то, что мы загадили теперь ее двор. Но это ее вина. Я не виноват. Мое дело. Да испорт часы. О, черт, я это помню. Портим часы. Я тут подумал, если что-нибудь сделать с башенными часами, то Амбридж не сможет начать занятие вовремя. А что с ними можно сделать? Они такие большие. Все просто. Переставим несколько шестеренок, и часы свихнутся. Соглашайся, Гарри, это же гениально! Давай так и сделаем. Я помочь не смогу, я же староста. Но я могу постоять в коридоре, посмотреть, что там происходит. В этом нет ничего плохого. Скажите, когда закончите. Рон, ты же староста! Нужно, чтобы часы пошли назад. Все шестеренки нужно переместить сюда. Вот, еще и запасная. Нет, я думаю, мне это под силам. То есть по силам. Выпуск какой же начать? Вот с этой. Ингардиум Левиоса! Не, который вот повыше. Это да. Черт, возьми, вези ее выше. Ниже. Вот так вот сюда. Черт, крутится. Значит, нормально. Сейчас закрутится в обратную сторону. Без проблем. Все, вертись. Давайте часики. Работайте в обратном направлении. Класс! Нужно еще что-нибудь придумать, чтобы уж наверняка. Поищи наверху. Круто. Ладно, иду наверх. Я не против. Скажите, эти задачи являются даже слишком простыми. Там есть что-нибудь полезное? Несколько запасных шестеренок. Отлично! Давай их мне!